космического времени суток. С вами Виджейвери. Я уже, наверное, 1000 лет не играла в Хардстоун, и я до сих пор злая курица. Да, я не так уж и сильно продвинулась с тех пор, как, собственно говоря, закончила в него играть давным-давно. Поэтому ничего особенно не изменилось. Я толком даже не помню, какие у меня тут персонажи вообще имеются. Я помню, что у меня была прокачана Джайна. А, вот она, Джайна, 15 уровень. Еще у меня есть разбойник, жрец. Короче, я хочу докачать жреца. И сейчас я поиграю с кем-нибудь, кто мне попадется. Я, правда, понятия не имею, кто мне попадется и выиграю ли я. Потому что, на самом деле, за последнее время я достаточно многое подзабыла. И, в принципе, мне никогда особо не везло в этой игре. Я выигрывала только пару раз, когда противники сами решили почему-то сдаться. И когда я... играла с друзьями. Андуин против Андуина. Свет, ну, значит, я продую. Окей, 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 мне все равно. Монетка! Ну что ж, насколько я помню, ходит мой противник. Провокация. Провокация меня бесит. Ну да ладно. Посмотрим, что из этого получится. Что ты можешь? Бой существу устанавливает здоровье. Это было больно! И это тоже было больно. Ну да ладно. Есть! Вот тебе! И, между прочим, он даже со мной не поздоровался. Что надо? Слово, насколько я знаю, Хардстоун давно уже появился на андроиде, но идет не на всех девайсах. На моем телефоне он, конечно, запускается, но есть небольшая проблема, которая заключается в том, что мой телефон просто адски греется, если я запускаю на нем Хардстоун. Поэтому лучше уж я буду по-прежнему играть на компьютере. На самом деле для меня это небольшая, так скажем, ностальгия. Я не буду вдаваться в подробности, почему и все такое прочее. Просто скажу, что когда-то для меня это было очень весело. Так, а кого я могу убить? Вот так я сделаю, понятно? Еще я сделаю вот так. И теперь мы сравнялись. Ха-ха-ха-ха-ха. Не, ну а почему бы нет? Собственно. Ага. Окей, это не круто. Я его теперь фиг убью. Но с другой стороны, почему бы нет? Мне надо эту карту! Срочно мне надо эту карту! Ладно. Моих существ он решил не трогать. Ладно, я только за. Можешь бить меня сколько угодно, но только, пожалуйста, не трогай моих ребятушек. Они мне пригодятся. У меня коварный план. Шучу, на самом деле, у меня нет никакого плана. Проблема в том, что более-менее какой-либо план по, собственно, прохождению... Я использовала только, пожалуй, в демиургах.
А, да! Так вот, собственно, только в демиургах я продумывала все, потому что я, ну, в силу обстоятельств постоянно была вынуждена сражаться практически с одними и теми же существами, и мне, ну, просто необходимо было с ними разобраться как-то. Однако, теперь все гораздо сложнее. Потому что в остальных играх я как-то не особо думаю о том, что вообще происходит. Надо подумать. Дайте подумать, столько красивых карточек. Она? Они даже не узнают, что их убило. Ладно, я просто подожду. Он все равно пока не может меня атаковать. Он, конечно, убьет мою защиту, но... Но... Лучше бы ты подхилил своих защитников, ну да ладно. Выбранное существо. Ну, блин, я даже не знаю, что мне сделать-то. Надо подумать. Трепещи перед мощью Штормграда! Однако. Разумеется. Прости. Есть. Извини. Спишь? Мой. Она не умрет. Отлично. Все шикарно! Я жива! У меня столько разных существ. И я призову, я даже знаю кого. Только, пожалуйста, не убивай их, они мне нужны. Это мне нужно? Нет! Ну и фиг с тобой. Прист или кто? Это темная магия. Ну ладно, как скажете. Я лелею. Я все же лелею. За нас сжата. Мы должны очистить солнечный колодец. Так, кто получился? Этот мой. Есть! Подождать или... А, ладно. Фиг с ним, мне нужен провокатор! Срочно! Этот негодяй не может меня пока уничтожить. Я просто это знаю. Я этим займусь! Но пока он не может этого сделать. Ну не может этого сделать! Ходи. Ах, ты похилиться хочешь. Ау. Это было больно. Так, кем мне не жалко пожертвовать? Ну, вот этот меня может вынести. Так, поэтому мы сделаем, знаете, вот... В наступление! Вот так мы сделаем. Еще мы сделаем... Этот мой. Вот так. Кого так. Мне убить? Хе. А, я затупила, да? А ну... Посмотрим, что у меня из этого получится. Ты не можешь меня пока убить. Врата открыты. Я все-таки
лелею надежду на то, что я смогу его одолеть. Дуракам же везет в конце концов, правильно? А! Дай! Нет! Дай мне его! О, спасибо. В наступление. А, точно. Неплохо сыгран. В наступление. Я знаю, что неплохо. Он не может меня убить. Значит, я смогу убить его, да? Или что это у него за что? Это было больно. Да, ты не можешь нанести мне урон ими, а больше карт у тебя нет, так что... Тебе придется вынести моего защитника. Неплохо сыграно. Благодарю. Так. Прощай. Я справилась. Неплохо сыграно. Окей. Я крута. Черт подери. Мне повезло. И у меня теперь... О, я думала, у него 10 уровень. Ладно. Круто. Я молодец. Я получила уровень. Кого еще могу прокачать? Я давно не играла магом. Мага тоже надо прокачать. На самом деле, в эту игру я поигрываю только по одной причине. Потому что, ну, собственно, она позволяет немного развеяться, что ли. Ну, в смысле, я не преследую каких-нибудь там элей. Джайна и Эксар. Ну, например, собственно говоря. Не стоило напрашиваться. Я... О, я не узнаю это место. Я здесь впервые. Это новый... новая арена, не знаю, как это назвать-то даже. Тут можно взять. Ух ты, вот это да. Прикольно. Так вот, что же я хотела сказать? Однако же я не стараюсь тут в каких-то боях специальных участвовать, на арену не хожу и все такое прочее. Я просто... Собственно говоря, играю для души, можно сказать так. На самом деле, эта игрушка хороша, чтобы поиграть с друзьями. Чисто, чтобы можно было пообщаться и не особо думать о том, там, кого нагнуть и все такое прочее. Но... Но. Есть одно но. Оно заключается в том, что, к сожалению, сейчас мне особо не с кем поиграть в эту игру. Ну, в смысле, с друзей. Но, тем не менее, в одиночку тоже неплохо. По крайней мере, мозг может немного отдохнуть. Идиот! Вы видели это? Он уничтожил собственное существо. Придурок. Ты бы сначала атаковал, а потом призывал. Я-то думала, это я не думаю о том, что я творю на поле боя. Я не могу это сделать. Да, я согласна. Я готов выступать! Ты идиот. Воистину. И черт возьми, я это засняла. Не, я, конечно, не хочу, собственно, оскорбить там. Идет это. Не оскорбление в данном случае, это констатация факта. Ну, блин, потому что, ну, ход это действительно был очень-очень глупый. Ну да и ладно. Ой, да подумаешь. Ух,
хотел увидеть Фрида. Я хотела увидеть Фрида. К оружию! Начинаю превращение в пар! Меня пока нечего останавливать. Я могу взять века. Это я потом использую. Потому что сейчас убивать эту хрень меня совсем не хочется. Мне нужны мои маленькие питомцы. Вот когда от них избавиться, тогда да, я буду в порядке. О, моя любимая карточка, я ее обожаю. О да, о да, о да. Кто хотел увидеть Фрида? Я хотела видеть Фрида. Начинаю. Да, это не самый умный противник, но тем не менее, что поделать, не все такие умные, как я, да и в конце-то концов здесь могут быть новички и люди, которые не до конца разобрались, что тут, как тут вообще действует. Так что... это простительно. У-ху-ху! Это я сделала? Нет? Нет. Ну ладно. Это хорошо. Один выстрел. Один труп. Врата открыты. Ха. Дважды ха. Не, но с другой стороны, когда мне попадаются слабые противники, это удобно. Они помогут мне прокачать персонажа, по крайней мере. Почему бы нет? Я сегодня злая. Бай-бай. Мои глаза всегда открыты. Я знаю, что твои глаза открыты. Прощай. И мне все равно. Пока существо одно, я не хочу наносить всем урон. Карту можно приберечь. Например, для этого момента. Призови еще кого-нибудь, пожалуйста. Нет. Ладушки. Оба, 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 оба. А, ладно. Ну, это весело в конце концов. Взрывы, разрушения. О, секрет. Возможно, этот секрет связан с тем, что я, допустим, атакую, и мне за это, короче, прилетит. Вполне возможно. Поэтому я думаю, что атаковать следует в первую очередь вот этой вот лучницей. Ой, стой. Не промахнусь. Я знала! А. Так, кто ты? Что ты делаешь? Ок. Тогда я сделаю вот так. И не надо меня злить. В гневе я страшна. Вы можете не верить, но это так. Поэтому меня лучше не злить. На самом деле терпение у меня просто невероятно. Поэтому разозлить меня действительно сложно, но... если кому-то это удалось... ну, скажем так, о них больше никто не слышал. Ай...
плечо. Трепещи перед мощью Штормграда! О, я зря сделала. Да сколько ж можно предсмертных хрипов? А. Ай, это было больно, вроде как. Мы почти сравнялись. Окей. Они даже не знают, что я убила. А, я могу тебя убить, но... Это, собственно говоря, нет. Зачем я это сделала? Я не знаю. Собственно, герою противника наносит урон. Это мне не нравится. Все в рушесть. Но он меня убьет! Какая разница-то, боже. Собственно. Окей, ты меня убьешь, это просто. Трепещи перед мощью. Зачем? Штормграда! Это было бессмысленно. Неплохо сыграно. Окей, это тоже было неплохо. Но свои слова насчет идиотов все-таки не берем. Тот ход действительно был идиотским. Я буду над ним смеяться до конца своих дней. Однако, я проиграла, и с этим ничего не попишешь. Но первая была победа, и это главное. Таран-тан-таран. В последнее время все так сложно, вы бы знали. Ну да ладно. Я не люблю жаловаться. Жарина! Ох, Гул'дан. И Гул'дан. Твоя душа. Джайна уже такая старая. Не стоило напрашиваться. Ах, уж этот голос. Все-таки Ольга Голованова невероятная. Просто невероятная женщина. Настолько харизматичным получается персонаж, которого она озвучивает, что у меня просто слов нет. Хотя, возможно, с одной стороны, немного странно сейчас играть за Джайну. Здравствуй. За Джайну, потому что она говорит голосом Twilight Sparkle. Но с другой стороны, она говорит голосом Диаманды для меня, поэтому меня это очень даже устраивает. Что я могу? О, да, провокация! Я люблю провоцировать. Я могу подраться с этим. С этим макетом. Ай-я-я-я-я. Ух! А я могу здесь? Зелененький не нравится, а тут что? Все? О, я люблю все ломать. Что произошло? Ах, ты стрелу у меня кинул. Бывает что. Ходи, пожалуйста, быстрее, у меня не так много времени. Мое время почти истекло. И не только я тебе об этом говорю. Время почти истекло. Алло, ходи. Быстрее. Возможностей много, но ты там чё, блин, я не знаю. А, в общем, мой оппонент на что-то очень сильно отвлекает.
все же он неплохо так сработал. Молодец, че. Их тебе, дорогушки. Охлади свой пыл, пожалуйста. Тебе не помешает. Ай, да, да. Идет запуск. Порталы открыты. Да хватит меня стрелять. Мне нужна чертова провокация. Однако ж. Меня убьют скоро очень. Мне это совсем не нравится. Может, кто-нибудь мне что-нибудь посоветует, что мне делать, однако ж. Интересно. Да вообще не говори. Тут все так интересно, я просто гею. А может, ты уже начнешь меня бить? Эх ты, мазохист. Ау. Ой-ой-ой. Ауч. Это прям так больно. У меня слов нет. Ну, собственно, мне конец, да? 2, 4, 6, 8. Да это все без разницы, божечки. Чё эта хрень делает? Часть. Зверь, пошёл нахер. Пусть я не выиграю, но я хотя бы пыталась. Ну, собственно, как-то так и проходят все мои битвы в Хардстоне. Я что-то делаю, потом меня либо убивают, либо мне попадается реально слабый противник. И в итоге, короче, да. Я понемножечку набиваю уровень персонажем и, собственно говоря, все. Больше ничего не происходит. Однако ж. Ёлка! Ёлка! О, там птицы были. Ай! Прощай, Джайна. Ну? Ну что? 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 Ну чё ты ждёшь-то? Господи, добей ты меня уже. Что? Это ты специально сделал, да? Что ж, получилось. Пошли сделаем. Похожи на тебя. Однако ж. Мне конец, так что мне без разницы, что будет дальше, но это было странно. Он же мог меня добить, разве я не права? У него бы хватило мобов. У него бы хватило существ для этого. Это факт. Я действительно не понимаю. Хотя, если честно, мне уже... Иди сюда и сражайся, трус! Достойно. Зачем ты это делаешь? А сразу меня убить нельзя было, да? Обязательно надо показать, какой ты крутой? Ну, окей, собственно говоря. Но все-таки уровень Жени я добью. Хотя с Ануином мне больше везет. Хотя я не знаю, чем уж так хороши жрецы. Может, они жрут много. Тупая шутка, знаю. Но, блин, мне нравится играть за Джайн. Даже если она постоянно проигрывает. Ну, прикольно. К тому же она когда-то тусовалась с Артасом. Сам Артас, к сожалению, уже мёрз давным-давно. Но, по крайней мере, Джайна еще жива. Какая-никакая память. Я люблю знакомых героев.
Антуин, по идее, тоже мне знаком, но не настолько, так скажем. А вот Джайна, Трал, Элидан... Кто там еще? Ах, Роксар. Вот все эти ребятки, они мне знакомы. Ух ты! О, что это за бяка? Что это за бяка такая? Я люблю повсюду кликать. Ой, пауки! Тем не менее, я тоже. О, я треснула камушек. Ну, скорее, я люблю все ломать. Не, ну реально, они прикольно это все придумали. Пока. Ой, извиняюсь. Интересно. Вот так вот я сделала. Короче, извините, я тут задумалась. К сожалению, я думала, что это не мой ход, ладно. Короче, дело к ночи. Мне нравится то, что сделали. Можно, короче, играть с всякой снягой. Пока противник думает. Почему я это сделала? Потому что и захотела, и все тут. Долгонок. Неплохо. Как только не назовут. Крылобег, долгонок. Оп. 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 Ок. О, да. Ой, я могу призвать еще провокатора. Это просто шикарно. Два провокатора или один? Я готов выступать! В принципе, я могу сделать и так. Три провокатора. Это круче, чем два. Или один. Это сразу три. А это я не заметила, да. Бывает. Но с другой стороны... Можно все начать с чистого листа. Это тоже неплохо. Ай-яй-яй-яй. Извинения. Серьезно, нет. Меня интересует твои извинения. Дорогуша. Извинения. Спасибо. Принимаю я твои извинения. И что же? Бывает, да. Ну давай же, атакуй. Ой, как-то поспорил. У меня тоже есть провокатор немножко. Открыто. Не хватает маны. Ах, маны не хватает. Сейчас мы это исправим.
Я могу подождать. Кто это там у тебя? Миша. Неплохо. Давно я не видала Мишу. Ну что ж, прощай. Согласна, неплохо сыграно. Даст ли это мне уровень новый? Давайте посмотрим. Осталось совсем чуть-чуть, я же сказала. У Джайна будет новый уровень, и не важно, сколько мне придется сыграть игр. Она получит 16 уровень. Она заслужила. Конечно, если бы я хоть изредка поигрывал, у меня бы мог быть уже 20-30 уровень. Но я так давно это все забросила, что вспомнила про Хардстоун только буквально недавно и совершенно случайно. Джайна! О боже! И... Джайна! Джайна и Джайна. Ну, это не будет, по крайней мере, весело. Моя магия сокрушит тебя. А кто бы спорил? Ну давайте сражаться, что ли. Однако. Я поприветствую тебя. Здравствуй! Здравствуй! Получи-ка ты леща моего барского. Надеюсь, тебе понравится. Смотри, что у меня есть. Видичонки зеркальных копий. Конечно, если бы они выглядели как фигурки, модельки 3D. Короче, это было бы весело и прикольно. Но, увы. Пока что это карточная игра, и хотеть от нее чего-то подобного глупо. А пока что я запрыгну. Еще камушек. Ава! Я не знаю, что он там делает. Или он... Кто-то, короче, по-моему, русский. Хотя они, по-моему, все тут русские. А вот клич или... Второе. Мне нечего особо восстанавливать. Дайте мне карту! Надеюсь, тебе нравится моя изумительная что, карту? Вообще нравится. А теперь ждем. А вот ты будешь атаковать. Логично, что солдата с Латоземья. Я готов, а я не готов. Ну да, это было предсказуемо. Он единственный, кто может атаковать, а значит... Ну да. Да. Они даже не знают, что их. Однако. Ну, если ты так считаешь. Ну, у меня по-прежнему два хранителя, поэтому тебе надо их сначала вынести. А значит, я под защитой. Но ненадолго. А вот это глупо. А вот это было глупо. И это тоже было глупо. Это было... Вау. Прикольно. Но все равно это было глупо. Не знаю, как ты... Мне это понравилось. Может, хоть в этот раз я смогу победить? Ну, пожалуйста! Фортуна! О, Фортуна! Повернись ко мне лицом! Секрет? Люблю секреты. Но пока что мне нужны провокаторы. И еще провокатор. Ну, это тоже неплохо. Спасибо. Да не за что.
Неплохо сыграно. Окей. Ну, собственно, ну, надо быть вежливым. Даже на поле брани. Однако ж... Пять секрет? Что за секреты? Анпа. Спасибо. Та-та-та-та-та-та-та. Неплохо сыграно. Кто хотел увидеть внутрь? Хиль меня полностью. Хотел увидеть Вуду. Да ладно. Зато ты не смогла похилиться. Лжеджайна. А я похиляюсь. Ну что, атаковать будем? Да сколько карт-то можно брать? Картежница. Картежник. Или кто ты там? Вот так-то. Мои глаза всегда открыты. Почему я сделала так, а не иначе? Я могла бы, конечно, убить провокатора, но я хочу, чтобы он сам себя убил. Я хочу, чтобы он страдал. А, да, именно так. Это был мой коварный план. Ладно. Ну, у тебя дофига карт, у меня одна, ну ходи уже чем-нибудь. Да кому нужна свеча? Твоя магия тебя не спасет. Ай, да ладно. Я... Разумеется. Ну, кто из нас умрет первым? Скажи мне, пожалуйста, кто из нас умрет первым? Только не говори, только не говори, только не говори, что у тебя есть вон вот тот огромный фаербол. А нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Почему? Ладно. Ну, по крайней мере, у Джайана будет новый уровень. Я гарантирую это. Да! Пусть и поражение, но уровень мне все равно повысили. Поэтому я с чистой совестью могу закончить. Одна победа и... Три поражения или их было четыре? Я уже сбилась со счету. Да это и не важно, главное, что уровень мне дали, уровень, целый 16-й уровень мне дали, ура. Ну, собственно, на этом все. Не знаю, зачем я это записывала. Большое вам спасибо за просмотр, удачи вам в жизни и до свидания.